свежей становился, и месяц по небу катился. Пред нами чистый был поток, Фернандо, чтоб перенесть, взял на руки меня, но я же все же оставалась в его объятиях. Помню только я, он странным голосом спросил меня: Эмилия меня не любишь? Нет, люблю, сказала я лишь в то мгновенье. Люблю его нежнее всех на свете. Нежнее всех на свете, нежнее всех на свете.